Всем-всем-всем доброе утро. Проверка связи. Как меня видно, как слышно? Одновременно я и веду прямой эфир в Инстаграм, поэтому если кто-то не успел зайти в ваши команды, вы можете смело отправлять на мою страничку. Очень рада вас всех видеть на нашем потрясающем марафоне успеха и марафоне опыта от топ-лидеров компании Oriflame, бриллиантовых директоров. Для меня очень волнительно выступать, и если рассказать как бы себе историю, то мой папа был военным, и получилось так, что я сменила 10 школ. Ну и вы сами предполагаете, что 10 школ – это очень сложно, это везде, ты всегда новичок. Так, сейчас минутку поправлю причесочку. Вот, и для меня, я считала себя всегда белой вороной, мне было очень сложно влиться в коллектив, и для меня было очень сложно выступать в школе, вообще что-то рассказывать. То есть вот такой тихонькой, забитой, серой мышкой, шпалой, как меня называли, потому что я была высокой. Я думала, боже мой, почему все люди как люди, а я какой-то человек, ну не такой, как все. Я мечтала, чтобы мои ноги были как минимум на 10-20 сантиметров короче, как все быть. Я думаю, почему так все успешно выступают хорошо, да, в школе, рассказывают какие-то стишки, а я этого не могу. То есть я вот такой человек, была полностью-полностью закомплексованной. Вот, и если взять мою историю, то не всегда, вот, ну, где-то часть рассказывала, где-то нет, то мой путь становления как лидера, наверное, был в колледже, когда я после 9 класса ушла, я приняла для себя решение, что тратить время на школу я не хочу. Мне нравилось тихонько где-то сидеть, что-то печатать, считать. И я поняла, что я буду финансистом, я буду бухгалтером. Но когда в колледже у нас был преподаватель, на всю жизнь я ну, как бы запомнила его уроки, и я действительно поняла, что и в Oriflame я стала развиваться. Так, у вас тишина? Подождите, в этом на вебинаре. Меня не видно, минуточку. Ага, звук отличный. Все хорошо, да, проверка была связи. Вот, и мне когда говорил преподаватель, что самое главное рассказать о себе за минуту историю. То есть попробуйте подумать, и вот все, что все ваши достижения в жизни, что у вас произошло, да, уложить в это в минуту, и неважно, где вы будете работать, неважно, с кем вы будете знакомиться. И я помню, когда я создала свою первую презентацию о себе, о своих достижениях, то есть у меня достижения были в области того, что там, понятно, там 10 школ, и я любила вышивать крестиком, вышивать гладью. В 5 лет я победила на городском конкурсе по вышивке. И так далее. Какие-то вот такие вот были творческие в рисунках, то, что поступила в художественную школу, и сразу меня взяли на второй год, но из-за того, что мне нужно было ездить далеко, я вынуждена была бросить школу, и так далее. Но вот эти вот азы, они мне дали возможность потом, когда я в 19 лет вышла замуж за военного, я переехала в поселок Сибирский Алтайского края, и когда мне говорили, что невозможно устроиться где-то там на работу, то есть это вообще никак, а ближайший город был час на электричке, буквально через месяц, потом через 2 я нашла также 3 работы. Я для себя осознала, что я человек творческий, и мне нужно себя реализовывать везде в разных направлениях, потому что, ну, я пробовала себя. И в 16 лет у меня есть первая запись трудовой книжки, это актер-демонстратор, я работала моделью. Мне было легко потом, ну, как бы я потом научилась ходить под подиум, и мне главное было то, что я там молчала, да. Мне нравилась сцена, подиум, софиты. Но вот такое вот превращение было из гадкого утенка, потому что, ну, я всего настолько была закомплексована, мне потихонечку раскрывали, раскрывали. Поэтому я говорю, что девчонки, мальчишки, да, неважно, сколько у вас тараканов в голове, главное
просто ваша мечта и потихоньку действовать, потихоньку что-то преодолевать себя. В модельном агентстве я поняла, что некрасивых женщин не бывает, есть только те, кто не умеют краситься и ленивые. Вот. И мой путь — это то, что в 17 лет я уже зарабатывала больше практически как родители, совмещала и пошла, чтобы себя сломать, сломать свои комплексы, пошла в рекламное агентство, работала промоутером, что-то раздавала, заключала договора в рекламе. Вот. Но в 19 лет я приняла для себя решение, вышла замуж, уехала, бросила все работы, бросила карьеру модели, а у меня должна быть очень хорошая и международные контракты. Но опять же таки, быстренько нашла, переехала в маленьком поселке вот, и начала развиваться там. Это было мое становление. Тоже также преподавала в модельном агентстве. У меня как бы, так как я искала работу, я выучила о себе минутную презентацию, о своих достижениях. И когда я подходила, я в администрацию городка, в бухгалтерию, в общем, везде, и рассказывала о себе, да. То есть, представляете, 19-летняя девушка, у меня было одно среднее образование и незаконченное выше, я училась заочно. Я рассказывала о себе дорого так, во-первых, это внешние ваши данные, и я вас учу сразу быть, чтобы о себе оставить, ну, скажем так, первое впечатление, да, буквально там человек там минуту, да, там 30 секунд, да, скажем, ваше знакомство с вами, да, и поэтому настолько, как вы выглядите, у меня всегда была прическа, макияж, одежда и плюс одна минутная презентация. Простите, я не знаю, у кого есть звук, перезайдите. Все. Вот. И по поводу Oriflame. Как я встретилась с косметикой Oriflame. Я уже начала преподавать в модельном агентстве, и в том числе и макияж, деток учила краситься. Какие-то, ну, такие уже старших, да. Вот. Опять же таки, я так думала там, на базе какой косметики. Вся косметика у меня, ту, которая, с которой я работала, в том числе и на показах, это в основном были Max Factor, L'Oreal. Эта косметика у меня начала заканчиваться, и то, что я начала покупать в магазине, это вот реально была сплошь подделка. Тушь, она не та, то есть я вот пробую, ну вообще смех смехом, но она реально уже не та, то есть я пробую вообще другое. Вот, и как-то меня приглашали в Oriflame, приглашали на какие-то презентации, даже когда я еще жила в Краснодаре, даже в 99-м году меня тоже приглашали в Oriflame, потому что я искала работу, и я пришла на одну из презентаций, но тогда я поняла, что это, ну, точно это не мое. Вот, и тоже как-то кто-то приходил, раздавали каталоги, я говорю, нет, спасибо, мне не надо, я этой фигней не пользуюсь. На самом деле, когда я так говорила, просто на тот момент, когда я работала в финслужбе, и нам платили очень мало, у меня реально не было денег, но показать, что у меня где-то нет, мне проще нужно было сказать, что это я фигню не пользуюсь. Ой, Oriflame, а на тот момент Oriflame была действительно очень дорогая косметика. Кто знаком с этими возражениями? Поэтому, если кто-то вам возражает и отвечает так, это не означает, просто у него какая-то такая ситуация. Когда говорит, Oriflame это не мое, перед вами тот сидит человек, который тоже говорил много раз, Oriflame это не мое. Ну, у нас бизнес рекомендаций. И на Новый год, встретившись с друзьями, с подружкой, пришла подружка, говорит, и мы доверяем, прежде всего мы идем на человека, на человека, не на компанию, не на какие-то там слухи, на человека. Пришла ко мне подружка, говорит, ой, привет, Ирин, ты знаешь, вот, а я в Oriflame зарегистрировалась, правда, еще не размещала ни одного заказика, ну вот как-то так. Я говорю, о, ты знаешь, недавно приходил каталог, Oriflame прилетал, а какая разница? Она говорит, ну, первое 20% скидка. Я такая, о, прикольно. Я говорю, а что, как? Она говорит, да я ничего не знаю, вот где-то там в другом городе надо размещать заказы, вот, в общем, ну, я зарегистрировалась для себя, не знаю. Вот, и так, вот, у меня получилась регистрация, и эта девочка ни разу не разместила ни одного заказа, естественно, она терминировалась, мы до сих пор общаемся, там смеемся, я даже ее звала в Oriflame, она говорит, нет, это точно не мое. Но, тем не менее, и у вас, когда вы регистрируете, приглашаете людей, может быть вот такой вот случайный человек и вашу команду привести какого-нибудь топ-лидера, поэтому тоже случайности не случайны, поэтому общаемся, регистрируем всех подряд, да, там как получится.
У меня была очень сложная карьера в Oriflame, если так ее назвать. Ну, во-первых, ближайший заказ, где можно было размещать, это частные электрички, тогда не было маршруток. В минус 20, минус 30 нужно отпроситься с основной работы, отвести заказ, собрать заказ, отвести и с деньгами, с предоплатой, и примерно на, только было 10-20% товар присутствовал, остальное были отсутствующие товары. Вот. Через год я познакомилась со своими спонсорами, они мне позвонили. Тоже одна из глупейших ошибок, когда мои вышестоящие лидеры, которых я, конечно, не знала, они были на целом уровне 9%, они считали, что вот кто считает, что вот поздно уже начинать, вот очень поздно начинать, потому что все, вот все в Oriflame. Так вот, мои лидеры, они были на 9%, они говорили, что уже все в Oriflame, и 9% в городке 12 тысяч населения, это очень даже много, это конкуренция, поэтому они не плодили себе подобных, они работали на продажах, и они даже не хотели знакомить с своим спонсором. А зачем? Вот, и когда спонсор, который приехал с Новосибирска, это около 4 часа на автобусе было ехать, они прям сидели, и когда они говорят, мы приехали к вам, ну почему никого уже, какой раз приезжаем, никого нет, они уже дали телефоны своей структуры, и вот я тогда приехала. Мне спонсоры нарисовали кружочки, конечно, меня воодушевило, но на этом все и закончилось, потому что сколько бы я людей не приглашала, они мне сказали, вот так, зачем? А также, как у меня не было денег на регистрацию, я просто в своем коллективе сказала, давайте скинемся по десятке, регистрация 149 рублей, и будем все брать по своей цене со скидкой. Вот, целый год я возила бесплатно, безвозмездно, и вот тоже один из моих секретов успеха, наверное, роста, я никогда не бежала за деньгами, я никогда не хотела сделать так, чтобы только заработать, срубить бабло и так далее. Нет, мне важно было помочь моим коллегам, моим подружкам, я делала бесплатные мастер-классы, подбирала косметику, говорила, вот, и бери на свой номер, давай я тебе дам по закупочке, но я настолько людей влюбляла в продукт, мне он нравился, поэтому честно, открыто говорила, что нравится, что не нравится, вот, и далее, это ответственность, еще один, одна из фишек, секрет успеха, это ответственность, берите ответственность на себя, если вы менеджер, берите ответственность директора, да, если вы новичок, берите ответственность менеджера, то есть сопровождению структуры, учитесь, на уровне 6%, вот кто есть здесь на уровне 6%, вот представьте, на этом уровне я приняла ответственность открыть офис, но это не просто так, это, скажем, бесплатно, бесплатно абсолютно работа, это встреча заказов в 2-3 часа ночи на трассе, на которой еще нужно дойти примерно полчаса при морозе 20 градусов, а потом самой и донести, я тогда на тот момент ходил, мода была на шпильках, и я помню, как каждый раз я ругалась против ветра, шла в 2-3 часа ночи с этими коробками, муж очень часто был в сменах, у него были, да, поэтому вот я не знаю, какая сила воли была, я не знаю для чего, мне просто хотелось, чтобы девчонки получили эту продукцию со скидкой, так же как интернета тогда не было, но благодаря именно интернету, благодаря тому, что интернет работал очень плохо и заказы долго отправлялись, я начала общаться, переписываться с людьми, знакомиться онлайн, да, и это тоже шаг потом впоследствии дал то, что мне стало легко общаться, легко переписываться, и я разработала систему, когда передала опыт, который наработала офлайн, да, на мастер-класс через интернет. Поэтому, что бы вы ни делали, если у вас есть мечта, мечта о другой жизни, яркой, интересной, то все ваши пути приведут к этому. А если есть у вас такие люди, у кого есть какие-то фобии, страхи, да? Вот у меня, например, один из того, что куда мне рекрутировать, кого приглашать, у меня нет офиса, раз, да? Я боюсь выступать, понимаете? Вот все, что у вас есть, ваши фобии, перепишите их, и все, потихонечку с ними работайте. И я уверена, что каждый из вас станет лучше, круче. Вот, офиса нет, он появился. Боюсь выступать, это для меня был... Ну, был очень сложный шаг, да, и мое самое высокое достижение, когда я выступала на 10 тысяч человек, тогда, я помню, я выступление свое там 10 минут учила, наверное, месяц, и я никак не могла запомнить его, потому что для меня вот это был комплекс страх, вот месяц я учила, и я никак не могла запомнить свой текст.
некому проводить презентации. Меня никто не регистрируется, моя первая регистрация получилась только через год. Ну, такой бред несла, что люди никто не регистрировался. У меня не было рядом спонсора, потому что звонки в Новосибирск были дорогие, помощи нет. Вышестоящие мои 9-процентники, они говорили, ты что, дура, зачем регистрировать людей? Не было системы работы, не было никаких мероприятий, не было команды. Если вы считаете, что где-то что-то у вас нет, то вы также можете стать топ-лидером и очень хорошо зарабатывать, потому что и на тот момент говорили, что уже поздно начинать в Oriflame работать. Поэтому нет ничего страшного. И знаете, я очень хотела вас спросить вот такую фразу, да, а на какую фразу вы пришли в Oriflame? Очень вас прошу, вот что на тот момент зацепило? Вот на тот момент я не знала, как правильно рекрутировать, я не знала, как правильно проводить презентации. И для меня мои презентации были настолько легкими, да, я до сих пор очень редко провожу презентацию там часовую на бизнес. Мне очень просто показать, рассказать про продукт, про то, насколько легко пользоваться продукцией. И я рассказываю, ну зачем тебе, вот смотрите, вот это вот так классно, это такой классный уход, это система wellness, как она мне помогает, моя история. И потом, вот я говорю, ну зачем тебе переплачивать, это такая крутая экономия, ты будешь пользоваться, ты будешь акции получать, ты будешь кучу подарков получишь, давай сюда. Я, конечно, могу тебе сейчас рассказать про бизнес, но... И вот я смотрю, вот даже сейчас, да, если человек готов, я сразу делаю ему презентацию, рассказываю о возможностях, о путешествиях, о карьере, о бонусах, о том, какие безграничные возможности. Если я чувствую, что человек пока не готов, я его оставляю только на дисконт, потому что для себя я взяла вывод такой, что 95% компаний – это обычные потребители. Это так классно, потому что сейчас есть очень много компаний, которые говорят, да мы лучшая, да мы первая компания, да мы самые крутые. Я задаю такой один вопрос. Скажи, если бы не бизнес в этой компании, покупала ли бы этот продукт сама по полной стоимости или у консультантов? Как правило, мне говорят «нет». Особенности очень часто я спрашивала лидеров НЛ. Я говорю, покупали ли бы вы вашу продукцию по полной стоимости, если бы не бизнес? Они мне говорили нет. Ну и где эта компания сейчас? Вы видите, сейчас даже топовые лидеры компании разбегаются в новые проекты какие-то их. Почему? Потому что продукт не тот. А мне нравится косметика Oriflame, если бы даже не бизнес, я бы была здесь потребителем десятки лет, потому что мне нравится косметика, потому что мне нравится эффект, который она дает. Вот, и поэтому, когда один из вопросов мне спрашивает, а как ты рекрутируешь на бизнес или на дисконт, я рекрутирую по-разному и приглашаю людей по-разному. И плюс недавно Эдуард Васильев говорил, а сколько у вас презентаций? У меня нету одной большой шаблонной презентации на час, но у меня есть своя презентация по потребностям человека. Мне главное сначала пообщаться с человеком, просто пообщаться, подружиться, задать очень много вопросов о нем. И когда я услышу, какие у него ценности, там, детишки и так далее, да, он сейчас, она в декрете, девушка, или наоборот, она работает на основной работе, или как вчера мне... Женщина заполнила анкету на моем командном сайте, она случайно зашла через поисковик, через YouTube на мои видеоролики, она говорит, Ирина, я залипла на твои видео, я до 5 утра смотрела твои видеоролики. Говорит, ты мне настолько близка, когда-то давно я где-то она в Норильске, что ли, жила, пользовалась косметикой Oriflame, тут переехала в Краснодар, и что-то как-то случайно, что-то вот как-то вот раз в поисковике забила, и вот Oriflame говорит, я хочу. И я ее спросила, да, а кто ты, кем ты работаешь, какая у тебя цель, быть просто дисконтным потребителем, либо больше. Я узнала, что она работает, делает маникюр. Я говорю, о, классно, понятно. Знаю, например, Екатерину Косицыну, которая, например, рассказывала, да, мне еще давно, что она, например, у нее один из методов рекрутирования, она каждый раз делает коррекцию у разной маникюрши. Тем самым, ну, как бы общается там 2 часа с ней, или там сколько идет пока коррекция, и потихонечку рассказывает всю презентацию бизнеса, тем самым рекрутирует. А ты, например, когда ты сидишь, что
что делают твои клиенты? Они бестолково сидят. То есть ты можешь дать им либо каталог полистать, либо просто там вставить табличку, где будет листаться каталог, либо потихонечку задать уточняющие вопросы и рассказать свой опыт, свои впечатления о продукции. Вы же все равно болтаете. И тем самым ты тратишь время. Так же, как, например, я узнаю, что женщина где-то работает на какой-то там основной работе. Я говорю, ой, классно. Или, например, там одна из моих новичков говорит, я работаю там в Валборис. Да? Я говорю, ой, классно, значит, постоянно у тебя приходят клиенты, значит, какой-то идет поток. Ты с кем-то, наверное, уже сдружилась, да, уже кого-то, наверное, по именам чуть ли не знаешь. Да? Вот. А общайся, знаком с новыми людьми, или потом там через визиточку, или как-то, да. А потом начинаю общаться. Ну, я фишки рассказала. Другая девушка у меня работает, Олечка, в городе Омске, она работает администратором в фитнес-центре. Вот ты посмотри, классно, так у тебя уже целая база есть, целая база людей, которым интересно там не только там, ну, внутреннее еще преображение, там фигура, стройность, там связанность с красотой, у тебя целая база людей. Ты потихонечку по 5-10 человек каждый день обзванивай, там метод соцопроса, здравствуйте, там какой-то соцопрос придумай, да, пробовали продукцию Oriflame, есть ли там любимые продукты, они хотели бы оформить дисконт, ну, неважно, там мы составили шаблон, она начала каждый день отрабатывать, у нее пошли регистрации. То есть, и вот по поводу системы, я считаю, что вот нужно каждому человеку найти подход, и лидер это тоже штучная, да, такое, знаете, штучная работа, это огранка бриллианта, вот, и вот это главное, главное. Мы сегодня еще полностью будем прорабатывать систему работы, но я хочу вам рассказать о моих страхах, комплексах, системе работы через мою историю, да, для того, чтобы это было более понятнее. Я не воспринимала, ну, наверное, лет года 4 компанию Oriflame вообще всерьез. Да, пока я не достигла на своей основной работе, карьере финансиста, я прошла всю карьеру от рядового бухгалтера, и через презентацию, через настойчивость я постоянно подходила к руководителям, да, начальникам, ну, своим, да, и говорю, что вот такие идеи, вот такая вот фишка, я хочу расти, я хочу карьерного роста, там, и так далее, да, вот я просто, я постоянно себе напоминала, да, и плюс доказывала действиями, что мне предложили уже в 25 лет заместителем начальника финансовой службы полка, даже стало, призвали меня быть военным финансистом, то есть я призвалась по контракту, то есть я даже должна ходить в военной форме, вот, и обычно на эту должность становится лет в 40. Вот, и когда я ее достигла, еще мне сказали, что я должна носить военную форму, тогда сделали приказ, вот причем четко, то я поняла, боже мой, а это что, это все? То есть в свои 25 лет я достигла максимум того, что я могу, и еще плюс я буду ходить в жабьей шкурке, и все. То есть для меня вот каждый день новый макияж, да, это вот мое, потому что работа визажиста, мне это нравилось. Мне нравилось преображение людей, мне нравилась помощь. А что тут? Вот это вот каждый день, вот этот вот скучный баланс. И нас пригласили на банкет директоров. Это было просто... Ой, на банкет директоров. На банкет, на вечеринку. И вот скажите, было ли у вас... вот кто вот... Вспомните свое первое мероприятие с компанией Oriflame. Вот это вот... Вот такие вот глаза. Боже мой! И это все Oriflame? Да какие здесь люди? Вы видели в отражении себя, что здесь и есть и там 14-16, ой, ну сколько это лет там практически, да, молодежь, и женщины в возрасте, какие все ухоженные, какие все красивые. И какие мероприятия? Вот для меня вот мероприятие, я вспомнила свою там, может быть, там модельные, да, скажем так, уже на тот момент прошлое. И я думаю, боже мой, я хочу. Я тогда поняла, приняла решение, что я буду здесь развиваться. И вместо того, чтобы подписать договор о повышении, да, я в этот день написала договор о увольнении. То есть я столько шла, я 5 лет капала на мозги своему начальству, и в тот момент, когда я достигла своего, я написала заявление о увольнении. Все были в шоке полностью. Все вот говорили, что ты что, дура, что ли? Но мой начальник, он адекватно принял мое заявление, мало того, что он говорит, а я так и думал, что ты не сможешь работать, потому что не нравилась мне моя основная работа, чем я выше стала подниматься, тем больше вставляли палки в колеса, да, и тем больше вероятность, что тебя, где вот она стабильность?
уволят в любую минуту, в минуту, потому что на твое место метит как минимум 10 человек. И я помню, это от одного, одно основное такое принятие было решение, потому что я видела, что в компании Reflame наоборот все были там, только чтобы ты росла, да, тебе звонили, тебя обучали, тебя поддерживали, все вот такие. Было наоборот. Я помню, уехала с мужем в отпуск, и я приехала. Боже мой, что произошло? Оказывается, какие-то исчезли документы. Столько всего на меня было навешено, пока меня не было. Я была в шоке. И меня, ну, даже за полгода до повышения, потом я все разгребла. То есть я свои там расследования, тайные расследования проводила. Оказывается, документы, которые исчезли, были подшиты в папку, когда меня 100% не было вот именно в эту дату. Там еще какие-то моменты. То есть я полгода расхлебывала, вот меня вот... Вот буквально чуть-чуть, там месяц не было, и я поняла, насколько это вот все некрасиво, и причем на мою должность поставили бывшего военного финансиста, который просто, сколько там, 20 лет отслужил, и он метил на эту должность, что как раз он уйдет на пенсию, и он пойдет на вот эту, а меня все равно сместят, и я все равно пойду как раз-таки через это на его место. Ну, почему бы не сказать, это нормально, но вот я помню вот это вот, вот эти вот скандалы, и насколько я была уверена, что я-то не виновата, и вот, вот этот пункт тоже мне дал уверенность, что где, если ты работаешь на дядю где-то как-то, то будь готов, что в любую минуту тебя уволят. Потому что на твою должность кто-то метит. Всегда, как минимум 10 человек. Вот, это очень важно, понять вот это, куда ты потратишь свои 10 лет. Так же, как до сих пор меня сейчас приглашают в другие компании, и вот, ой, у нас новая компания, и называют как компания такая вот. Я говорю, да ты что, классно, правда? Новая компания, 2 года, прекрасно, да? А вот ты говоришь, там суперпродукция. Я говорю, окей, хорошо. У вас там тоже есть уход за лицом тоже, и тоже хороший. Давай логически рассуждать. Вот логически, да, вот уберем там все страсти, там новая компания. Компания, вот у вас, ну, суперпродукт, да? И вы говорите, он также эффективен. Как ты думаешь, какой продукт будет эффективен? И какой продукт будет дороже? Вот в компании Oriflame, 50 лет разрабатывает уходовую продукцию. Вот ваша компания новая, а вот у нас есть 300 ученых, которые разрабатывают формулы. Пример, вот, например, серия Novage разработана 7 лет. А, вашей компании 2 года? А вот 7 лет разрабатывали формулу только по уходу за лицом. Клинические исследования, да? А эта продукция, она гарантированно дает результат. А продукт, а компания новая, она что, вкладывает свои деньги в развитие? Да господи, да ей хотя бы выжить надо. То есть... Какие деньги она, то есть она эти формулы покупает у каких-то компаний, как правило, либо компания, которая работает на разработке формулы, либо компания, как Oriflame, которая, например, формула была, серия работала, через какое-то время компания, естественно, работая над инновационными технологиями, выпускает новую серию, а эту старую формулу она продает. Вот как раз-таки таким компаниям, которые только начинают. Поэтому, дорогая моя, вот по поводу продукции давай ты мне ничего не будешь говорить. По себестоимости, я финансист, да, я знаю, что организация производства, и мне это нравилась тема, вот одного какого-то вот маленького товара выпустить, там штучное, там 10, или, например, миллионное производство, где будет дешевле? Поэтому, дорогая моя, твоя косметика стоит хуже, а качество стоит дороже, и еще здесь заложена такая маржа, такой на раскрутку производства, чтобы выжить. И твоя компания 5 лет, 10 лет, она, возможно, не перенес, даже не переживет. Вот ты говоришь, ой, в нашу компанию сейчас бегут прям со всех, там, в том числе там ИНЛ сейчас забирают топовые лидеры с другой. Я говорю, да. Так вот, вот эта компания била себя буквально в грудь несколько лет, года 3 назад, что они самые крутые, а они сейчас ищут новые компании, которые также могут не пересечь этот 3-5 лет рубеж. А ты потратишь эти 5 лет, чтобы стать каким-то лидером, правда же? Да, поэтому, когда ты бежишь в какую-то компанию, подумай, насколько она серьезна, насколько фундамент этой компании,
чтобы будут честные выплаты, да, ни одного дня вот за все эти там 15 лет у меня не было задержки зарплаты, меня где-то обманули или еще не выдали какие подарки, да меня засыпают такими подарками, которые даже я и не мечтала о них. Поэтому вот мне важно, куда я потрачу свое время, и что мне важно, что я не вру. Я не вру. А вот какие-то там ничего, вот я говорю, как есть, все это классно, я помогаю людям. А по поводу того, когда вот все говорят, а, ну понятно, ты же там топ-лидер, ты же там и так далее, меня ассоциируют там, что у меня всегда были деньги. Вы можете посмотреть, а какая у меня была квартира, как с чего все это начиналось, да? Вот сейчас покажу фотографии, вот посмотрите. Вот с такой замызганной печкой, как у всех начинались. У меня была на тот момент, ну, чуть даже пораньше, чуть пораньше, не из-за того, как я пришла к Oriflame. Вот, мне до сих пор мой муж вспоминает о том, что когда он мне дарил цветы, я ему говорила, а не надо мне дарить цветы, ты мне принеси шоколад или конфеты или яблоки. Потому что на тот момент я реально могла себе позволить съесть одно-два яблока в месяц и одну плитку шоколада. Потому что на тот момент, когда так платили мало военным, что вокруг все процветали профессии, а вот военным платили реально копейки. Вот, и я знаю, когда денег нет, я знаю, что такое голодание, я знаю, как сложно, да, но тем не менее, да, это все временно, и я вам хочу сказать, что вот когда я приехала в Краснодар и рассказываю, да, свою историю, что там я жила в поселке 12 тысяч, и я организовала миллионы товарооборота от 100 миллионов, живя в поселке, я вам говорю, что если у вас есть вот харизма, если есть мечта, если вы будете качать, неважно, где вы работаете, какие у вас будут жизненные обстоятельства, какие у вас будут комплексы, недостатки и так далее, человек это тот, он трансформируется, он развивается, да, и все, поверьте, все в ваших руках, и все ваши недостатки потом превратятся в достоинство. А по поводу онлайн, офлайн, вы знаете, вот сейчас покажу еще фотографию, я любила организовывать всякие конкурсы красоты, мы с Светланой Волковой организовывали всякие мастер-классы, мероприятия, в общем, в своем городке мы сделали один из самых крутых результатов филиала по среднему заказу, по количеству людей, там 50 человек, 57 людей, по-моему, на одного консультанта было 57 человек зарегистрированы, наши были рекорды, вот, но потом я научилась эту, долгая была история. Вон даже 65 человек, да, у нас были разные просто слайды. Долго была история, но в один момент я искала тот момент, в общем, переписываясь с людьми через интернет, да, через все, в общем, я потихонечку поняла, что если я знаю, как работать офлайн, я могу передать через онлайн. Вот, и в 2009 году как раз-таки началась эпоха, когда я активно начала работать через интернет. Но, создав тот фундамент, став директором компании Oriflame и узнав, что я забеременела, у нас там, это очень долгая история, наверняка вы знаете волосы беременность, вот, когда я узнала, я тут же в этот же день ушла в декретный отпуск. И самое классное, неважно, какие у вас будут обстоятельства в жизни, вот всякое может произойти. Вот женщина вот недавно рассказывала, что вот знакомая, да, что она попала, например, в аварию, да, и она не смогла работать, да, ее уволили со мной работы, у нее трое деток, и доход, и вот она была руководителем крупной организации, и тут бах, и все. Вот и все. И она говорит, у меня депрессия была практически год, потому что, ну да, она восстановила все, но уже не руководящей должности, ничего нет, и она совершенно в других местах себя пробует, да. А мне нравится то, что создав бизнес, создав все и приняв решение, да, взять отпуск какой-то, я получала тот же самый доход. А чем мне нравится компания Oriflame, она вас всегда будет держать в тонусе. И вот, когда я забеременела, да, я поправилась на 30 килограммов. И даже сейчас, вот готовясь к вебинару, я пыталась найти свои фотографии. И вот такая глупость, когда я себе не нравилась, я поудаляла все фотографии. Я не нашла свои фотографии вообще. Вот видите, ну в принципе, видите уже, какая я была, уже пухлик. И потом вот первый, и за 6 месяцев я уже вошла в свою форму. Не знаю, почему я удаляла фотографии. Я говорю, это не я.
Я фотографируюсь, удали фотографии, я просто почищала, но это не я. Это не я, я себе не нравлюсь, это не я. Я знала, что я могу похудеть, поэтому все абсолютно свои фотографии я удаляла. Ну и зря, нужно же показать, да, как вы можете. Поэтому если у вас любая девушка, особенно там после 30-40 лет, она поправляется, поэтому если вы считаете внутренне, что это не вы, значит, это не вы. И ну, просто нужно себя поддерживать. Wellness, он очень-очень вам поможет. Сколько wellness-историй. Я думаю, что вам нужно как раз поизучить все, да, эту теорию. У меня, скажем так, вот все говорят, у меня было там несколько приходов в Oriflame, да, таких осознанных. Так вот, первое, это был просто зарегистрировалась в компании. Второе, это я узнала о своих спонсорах, попыталась, и ничего у меня не получилось. Одна регистрация через год была. Следующий момент было принятие решения, когда я посетила мероприятие компании Oriflame. Следующее было такое осознанное, да, я начала работать, и потом быстро открыла директора. И я кайфовала, я вообще считала, что вау, директор, это так круто, это такой крутой доход, я зарабатывала как мой супруг, или вообще в принципе выше, чем зарабатывал больше, чем на моей основной работе финансиста. Я думала, что у меня не было реального предела. Но вот книга «Подсознание может все», вот что-то меня тогда торкнуло, и я поняла, и я вышла из декретного отпуска, когда мне было 7 месяцев, я наоборот начала так фигачить. На тот момент через интернет пришел один из моих самых сильных лидеров, Екатерина Ганюк, которая за год стала директором на Одноклассниках. Нужна была переработать систему вместе с командой работы онлайн, потому что без системы поток людей как придет, так и уйдет. Как придет, так и уйдет, потому что нужна система, четкая система действий. Вот, поэтому мое расписание было на тот момент, вот я вышла на доход 100 тысяч, но я так фигачила, я за год сделала доход. Вот мое расписание. С 9 до 10 было уборка квартиры, приготовление обеда, потому что я человек-сова, я была зомби, я засыпала на ходу, поэтому мне нужно было какую-то автономную работу сделать. С 10 до 18 часов это 7,5 часов няня, 30 минут на обед. То есть здесь было расписано поминутно, плюс каждые 3 часа у меня был четкий тайм. Как называется, в общем, у меня было четкое планирование, что я должна делать, каждые 3 часа, что я сделала, насколько эффективно я потратила свое время. То есть я кормила грудью каждые 3 часа, и так, вот это сделала, вот это сделала, вот это сделала, так, следующие 3 часа мне нужно успеть вот это, вот это, вот это, вот это, там, и четко себе планировала, что мне нужно. С 18 до 21 у меня была семья прогулка. С 21 часа до 3 ночи это была моя работа. То есть это у меня была вторая смена, когда у меня ребенок засыпал, плюс еще там 2 кормления было, и с 3 до 9 я спала. То есть у меня рабочий день был 12-14 часов, причем у меня был грудной ребенок. Поэтому если, когда вы примете решение, пофиг будет все, вы будете просто вот как танк, и ничего, и уставать, не уставать, неважно, когда вы, вот не знаю, какое у вас должно быть жгучее, вот у меня на тот момент вот просто переклинило, я себе придумала такие большие цели, я пахала, и тогда я вышла на доход 100 тысяч, вот как тогда я работала, я больше никогда не работала. Несколько лет было, а потом было эмоциональное выгорание, я очень сильно устала, я поняла, что спать 3 часа, 4 часа, максимум 5, это очень плохо для здоровья. Ну и потом, в систему, наработав организацию, запустив очень крутой механизм вместе со своей командой, потому что в команду приходят такие классные партнеры, они просто, вы дополняете друг друга, в команде абсолютно будут разные люди, и это самое классное, самое крутое. И вот когда вот мы запустили свою систему работы с командой, систему сопровождения, систему вебинаров, и вот даже каждый там, девчонки, я потом забыла, что такое презентация, потому что когда я помню, сначала сама проводила, потом делегировала, и уже много лет презентацию бизнеса проводит команда, девчата, новые. Вот, и вот в 2011 году у меня было 2 звания, вот по поводу работы там в интернете, вот на тот момент, да, я вышла на доход более 1 миллиона.
Так, что следом? По поводу карты мечты. Карта мечты, она очень-очень важна. Если кто не делал, пожалуйста, сделайте. Покажу вам карту желаний. Вот как ее делать, в интернете все есть. Я помню, что я расписала ее на тот момент, как раз-таки это такая раритетная карта. Я старшего золотого директора открывал. Я мечтала быть топ-5 Алтайского края, мечта. Потом стать топ-15 Новосибирского филиала. Потом стать топ-100 России. Вот прям для меня вот по шагам. И потом топ-15 России. А, к сожалению, моя мечта не до конца исполнилась. Ну, там еще всякие там квартиры, путешествия, куда-то, что-то там, мысленно там английский, там и так далее, там все. Вот. А когда я вот достигала, причем вот эту вот карту желания мне прислала Наталья Гришаева, руководитель филиала, говорит: «Ирина, ты помнишь нашу работу?» Это было одно из каких-то заданий, и я должна была выслать своему лидеру. Поэтому одна из фишек, да, опять же таки, вашего роста, это сделайте свою карту желаний и вышлите вашему лидеру, наставнику. И карта желаний работает. И через 3, через 5 лет посмотрите, какие мечты осуществились. И да, я стала все. Но единственное, что я стала не топ-15 России, я стала топ-17 России. Это было мое самое высокое достижение. А потом я поняла свои ошибки, что я не укрепила свои команды, а команды стали где-то сыпаться, где-то кризис, где-то что-то, какие-то команды. Я сейчас делаю звание уже с новыми людьми, дальше восстанавливаю, поэтому если вы говорите, что вы там упали, если у вас что-то не получилось, я всегда вспоминаю слова Альбины Хафизовой: «Да вы никогда не достигали того, как я упала». То есть у нее тоже было исполнительное, потом бах, и там чуть ли не там 4 группы, да. И вот что такое лидерство? Лидерство, и как вот я посещала выступление Арнольда Шварценеггера на форум Снежи, который меня очень сильно зацепило. Лидер — это не количество раз, когда вы упадете. Лидер — это который упал, отжался, встал, упал, отжался, встал. И нету ни одного миллионера, миллиардера, который не падал, не разорялся десятки раз. Лидер – это тот, кто падает и встает, падает и встает, падает и встает, и будет столько раз падать и столько раз вставать, только тогда он станет лидером. Он будет перерабатывать свои ошибки, пересматривать свои стратегии, менять партнеров, добирать команду, да, потому что, может быть, не те люди в команде были, которые там тянули вниз, заменили тот элемент, может быть, системе элемент заменить, может, еще произвести фокус поменять, но потихоньку работать, 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 да, и вот все в совокупности даст вам результат. Следующий момент, поэтому, если у вас нету карты, да, обязательно сделайте. Один из моих секретов и фишек успехов – это дневник. Дневник, я поняла, что это очень важно. Назовите вот люди, кто не любит писать там дневники, статистику и так далее. Так вот, я являюсь официальным обозревателем в компании Oriflame, и честно вам скажу, что вот я одна из тех, кто самое последнее опаздывать с отчетами, вписывать статистику и так далее, да, вот я понимаю, вот там вот, да, но если что говорить, когда я понимаю, что это мне надо, то я это прям вообще прям все это делаю и себя заставляю и вписываю. Вот на тот момент я, кстати, вот тоже незнание маркетинга плана, открыв квалификацию старшего золотого директора, я узнала про какие-то там отрывы, что нужно какой-то, что минимально гарантированный выплат и так далее, там какие-то вот эти нюансы. И я себе поставила цель, что мне нужно сделать, вот три группы сделала, как укрепила, да, что нужно срочно сделать отрыв 7500. В тот момент прям вообще копейки были. Это я сделала за 3 месяца. За 3 месяца, но я фигачила так, что мама не горюй. Вот, и причем все свои действия я описывала. Прежде всего для себя и для новых партнеров, для новой команды, которая у меня была. Вот, что я делала, как я делала. И потом в конце я вам покажу, как сейчас я веду этот дневник и как я его команде показываю. Каждый день ли это делаю? Не всегда, где-то пропускаю, но тем не менее, мои идеи, мои мысли, моя статистика, все я это записываю. И очень классно, когда вот, например, через там 5-6 лет перечитать ваши мысли, ваши действия. Причем, читая сейчас свой дневник, я понимаю, блин, так это же готовая система, а это я упустила, а это я там, то есть это ваша работа, ваши мысли. У вас есть система вашего вышестоящего лидера, но
Когда вы станете директором, создайте свою систему на базе директора-лидера. То есть немножечко у вас будет стилистически другая, немножечко по-другому. Кто-то будет, опять же таки, сколько людей, столько методов рекрутирования. И к вам подтянутся ваши люди, ваша команда, ваши, да, какой-то будет чуть-чуть другой, чуть-чуть немножко стиль. Это, знаете, вот как вот, есть система. Система – это как организм. Вот он человек. Человек бывает, ну, там разных раз, да. Второе, на мне есть система, то есть я, мое здоровье. Если пальчик сломать, вы инвалид. Если еще что-то простыли, вы уже не тот. Поэтому если исключить какой-то элемент, базовый элемент системы, спонсора, топ-лидера компании Reflame, то вы будете инвалидом, либо нездоровым человеком. Но что вы включите в вашу систему, вы сделаете свой стиль. Это аксессуары, какие-то элементы, макияж, да, вот что человек меняет, да, какие-то модные тренды, то вы нанизите. Но система фокусная, она везде, у всех топовых лидеров, во всех командах, компания Reflame в целом одна едина. Если какой-то элемент системы убрать, то не будет роста, не будет результата. А какие элементы системы? Это вам домашнее задание, подумайте, насколько философски вы продумаете вот это, да, поймете вот это, что вы не включаете в свою работу, это будет зависеть от вашего развития. Также подумайте, что есть система, а что есть просто ваш бренд, аксессуары, что нужно добавить, чтобы это была ваша какая-то эксклюзивность, вашей команды. И вот здесь тоже один из дневников, посмотрите, да. А, все, пошла спать, 4 часа ночи, надеюсь, моя работа... Вот в 4 часа ночи, но я не ложилась спать, пока не написала отчет. Надеюсь, что моя работа и мои советы вам помогут, ведь днем так с малышкой тяжело работать, остается время только ночью. Хорошо, что она спит со мной до 10 утра. Ну, это одна из фраз, еще обратно вернусь, тоже, опять же таки, пишу, я плакала, что нет помощи, что устаю, по 4-5 часов сплю, муж орет, зачем тебе этот Oriflame? Я хотела примером доказать команде и все действия записывала. Ну, вот, то есть, вот такие вот моменты, да, я иногда читаю в своем дневнике, да, было ли все хорошо? Нет, я плакала, что не получалось, что мои близкие не принимали, вообще не принимали. Зачем тебе это? Ты и так хорошо зарабатываешь. Или нафига я и так хорошо зарабатываю, я могу? Зачем это вообще все? Да, мне было очень сложно, но тем не менее, вот я шла, у меня был свой путь. Что мне дал Oriflame, да, я переживала из-за того, что у меня должна быть такая очень крутая карьера, модели, мне международные контракты предлагали, но я выбрала уехать в поселок, в село, в Сибирь, и также все равно я была на обложках, я была, мой ребенок был на обложке, неделя моды, родственница, вот сестра мужа тоже в Cosmopolitan, да, и в разных журналах. Мало того, сейчас, да, я отклоняю много проектов, да, которые сейчас сыпятся реально, несколько раз предлагали мне статью в журнале, несколько раз мне предлагали быть участником топ самых красивых женщин края, Краснодарского края, проекты какие-то. Я реально вот с одной стороны хочется, с другой стороны я не понимаю. Я узнала цену, ценность, зачем она мне, все это надо, а нужен ли это мне журнал, который работает на Россию, но это не мой регион, да? Но это все равно это прикольно. Поэтому компания Oriflame из вас делает реально звезд. У вас будет, когда у вас будет, вот понимаете, когда вы никто, вас никто не знает, ничего, но когда вы через труд, через вот терни, через вот преодоление, через слезы, когда достигнете результаты, вас будут носить на руках. И так, что вы даже себе это не представляете. А у нас очень много круто проектов со звездами. И я хочу сказать, что вот это, у меня есть там коллаж, это даже не весь коллаж, который там проекты со всеми этими звездами были. Вот, и они очень простые люди. И сколько мы общались за кулисами, они понимают цену и ценности заработанным деньгам и карьере. И у нас сейчас, я общаюсь с мамочками, и в модельном агентстве, плюс мы работаем для различных крутых брендов. Вот недавно там работали для бренда «Кенгуру». Кенгуру — это, в общем, одежда, там собраны такие, как Dolce Gabbana, всякие там Dior, очень крутые дорогие бренды, Givenchy,
конкурс, неважно. Ну, короче, вот недавно там Гуччи, по-моему, мерили, там, грубо говоря, кофточка 25 тысяч, и джинсики 25 тысяч, ботиночки тоже 25, ну, примерно все по 25, да. А, там, ну, вот понимаете, ну, все по 25. А? Но когда проходят показы или какие-то мероприятия, ты видишь, что, например, любовницы миллионеров или как-то они вот там, вот кто там, с детишками, а вот было настолько, мы прям в чате общались, вот такой вот, вот реально... Когда вот детки выступают, а она вот такая вот сидит звезда, она пьет шампанское, и прям то, что здесь дефиле проходит, она прям поставила свой бокал шампанского, ну просто вот так, и ножку на ножку чуть ли не на этот подиум, да? Ну блин, дети ходят, но они споткнутся об твой бокал шампанского, вот это вот культура. И ой, да ты что, вот такие вот распальцовки, но кто реально достиг, кто реально прошел карьеру, и если вот мы с мамочками очень обеспеченным, я даже боюсь сказать ценник, сколько они зарабатывают, если они сами сделали себя, прошли эту карьеру, то они настолько простые, вы даже не представляете, мы общаемся с ними легко, да, и когда ты узнаешь, что там у них яхты, виллы, и даже вот по, насколько ты вкладываешь в ребенка, да, я считаю, что в принципе, как бы, хорошо, да, я вкладываю в ребенка в среднем 30 тысяч в месяц, да, это на все кружки, образование, плюс чуть-чуть одежда, шопинг сюда включила, а когда они говорят, а у нас, ну, вот в среднем у меня чек на ребенка 110. Ну, то есть это школа, это инвестиции, это английский, это лучшие преподаватели, лучшее все. И вот мы тоже затронем тему, то, что нужно, очень важно, да, понимать, что именно вы создаете будущее своим детям. Вы можете быть лучшей мамой и создавать, работать с ребеночком, общаться, а можете зарабатывать для того, чтобы с ним занимались лучшие педагоги вашего города. Вот. Вернусь к этой теме, просто слайд, да, и вот мое достижение, моя любовь, то, что мы сделали, это вот, это моя команда, вот моя команда, она раскидана по всем городам России, и многие сейчас работают онлайн, и они понимают, какой это кайф, когда вы встречаетесь на мероприятиях компании, какой это кайф, когда вы видите, что ваши менеджеры, ваши лидеры приезжают, первый раз летят на самолетах. Это ваши детки, которые вот с открытыми глазами узнают что-то новое. Они ездят на международные конференции. Они вот все впервые, и вот эти вот слезы радости, это то же самое, как вы видите вот первые шаги у вашего ребенка. Это вот такое счастье. И мой результат, это результат этой команды, потому что от команды вы всему учитесь. В вашу команду будет приходить столько классных людей, которые и новички до сих пор и приходят, и учат, и учат, и учат, и учат вас. Вот. Так, перелесну. Так, по поводу... Сейчас немножечко другое. По поводу там детишек. Детишек, а вот тоже... Сразу готовьтесь на полуторачасовой вебинар, да, сразу как бы я готовлю вас, да, что будет история, говорю, хотела вам много всего рассказать, потому что не так часто мы встречаемся. Вот, а по поводу детишек, кто-то говорит, что у меня ребенок, я не могу. Вот кто говорит, что вот у меня ребенок, поэтому я не могу, да. Вот я покажу вам еще раз слайд, что у меня, я везде таскала ребенка за собой. То есть она даже, мы, когда ребенку было 4 годика, мы ехали 4 дня в другой город, переезд туда-обратно, зима минус 40 градусов, вот туда, да, в Красноярск, в Питер, куда бы ни было, я везде с собой таскала ребенка, потому что не было с кем няню оставить. На все мероприятия, ой, уже не говоря о том, что там всякие сцены, выступления, мероприятия, она вот так вот колесила, бегала, падала. Мне было очень страшно то, что у меня ребенок не поседа, она уже в 2 и в 4 года сумела сломать руку. И помню, одно из мероприятий было в Омске, когда я где-то выступала, где-то как-то, она выбежала, и она перепрыгнула через 4 ступеньки, и что-то, короче, повредила ногу. Мы потом поехали на скорую. То есть, вот... Не бывает тепличных условий, не бывает идеальных условий, не бывает. Но что это дало моему ребенку? Она увидела, что такое труд, что такое сцена, что такое софиты, что такое путешествие. Она мечтает работать со мной.
Я не говорю, что говорю, что подожди, не определяйся пока, да? Ты всегда найдешь свой путь, но однозначно, что ее я поняла, это вот красота, это фотосессии, дефиль. Ей это тоже нравится, то есть она пошла свой путь. И вот у меня многие спрашивают, как это, да, что это? То есть она тоже проходит мой путь, тоже модели, неделя моды в Сочи, в Москве, там самая красивая девочка в мире, это была ее мечта увидеть, да, сфотографироваться и так далее, да. И по поводу опять того же, что это вы можете обеспечить своему ребенку яркое будущее, только вы. Неважно, какое хобби у ребенка. Это стоит больших денег, чтобы найти лучшего педагога города, лучшую команду. Если это танцы, мы нашли лучшую. Даже, понимаете как? Тренер, крутой тренер из вашего ребенка сделает чемпиона. И если даже у него не будет получаться, все зависит от количества повторений. Вот Соня, наш лидер, ну, Соня, тренер наш, в ее команде побеждают первые чемпионаты, берут по России, вообще говорит, как там Краснодар. То есть уже 3 года подряд кубки забирают как взрослые, так и дети. И вот была битва чемпионов, танцы ТНТ в проекте, они, ребят, детишки заняли первое место. И вот это вот призвание, карьера, первое место, быть первым, я ребенка прокачиваю в этом, да, неважно, что он потом, ну, что она какую-то профессию выберет, но в чем-то она должна быть первой, в чем-то лучше. И нужно развивать ребенка только у самых лучших педагогов. Лучше самой не спать ночами, но вложить в ребенка, да, деньги. Ну, вот вкладывать. Короче, как, еще раз, это стоит денег, и лучше покупать, нанимать самых лучших педагогов. Вот, это стоит реально, вот куда бы вы ни вложили, какой-то спорт с мамочками общаясь, стоит вот реально там, кто теннисом, кто футболом занимается, и на вещи. Кастинги. Вот, кстати, вот сегодняшний кастинг, который мы вряд ли пройдем, например, нам один из типаж, то есть сказали, что вот ищется под такого мужчину, ищется ребенок, да, вот, то есть я сразу бац, коллаж сделала, отправила в Москву, вот сейчас мы кастинг, ну, в Москве, опять же таки. Вот, ну, что вам хочу сказать, ну, кастинг, вроде бы классно, вроде бы круто, а кому это надо, кому это надо, это мне надо или ребенку, она, да, интересно и хочется, но там гонорар написано, гонорар 6 тысяч, да, то есть фотосессия стоит ребенку 6 тысяч, но, извините, мамочка, ты должна еще купить билеты туда-обратно пролететь, это твои проблемы, хочешь, пожалуйста, либо ты живи в Москве, чтобы участвовать в всяких съемках, либо вот перелеты, проживание, как бы это твое, опять же таки, везде, да, если ты хочешь, например, ребенка отвезти на чемпионат, даже те же самые по танцам, у нас будет 4 чемпионата в этом году. И, знаете, очень больно смотреть на талантливейших детей, которых мамы не могут позволить отвозить на чемпионаты. Вот это вот больно, когда ты видишь, что этот ребенок в 10 раз талантливее твоего, круче, но он плачет и не может поехать на этот чемпионат, просто мама и папа не могут ему обеспечить поездку. А очень часто вот есть, например, только мамы. Мамы, которые содержат одного ребенка, и она реально на 10 работах, но она не может позволить себе. Ну и в то же время некоторые говорят, ну, Орифлейм, нет, не мое. Это не мое. Вот, также вот у нас тоже был проект, вот девочка, мама, вот реально вбухала в ребенка столько, она возила ее по самым дорогим, самым крутым фотографам вообще, то есть она несколько лет, вот самые дорогие съемки. Знаете, чтобы понимать, что фотограф, например, съемка стоит 15, 20, 30, вот съемка одна из последних, да, вот 50 тысяч, это просто сняться у фотографа, это стоит стиль подобрать и так далее, и так далее. И ребенка заметили, мало того, что ее разместили на обложку Vogue, причем бесплатно, в чатах сейчас обсуждают, но в среднем, чтобы ребенка разместить на обложку Vogue или звезду какую-то, стоит ценник 300-450 тысяч, а ее бесплатно, поэтому сначала вы вкладываете в своего ребенка, а потом ребенок у вас становится звездой. Поэтому вот я немножечко вам рассказала, чтобы вы понимали, что сейчас ваше, то, что вы пашете сейчас, вы можете развить своего ребенка и сделать из ребенка звезду. Даже если что-то она где-то не умеет или он не умеет, это очень важно. Так, потихоньку, а сейчас все, ушли от
теории, ушли от истории, и сейчас еще будет больше эффективности работы, практики, практики, практики. Теперь пошел финансовый анализ, статистика и так далее. На прошлом своем выступлении я вам рассказывала про 10 пунктов быстрорастущего партнера. Я не буду сейчас вам рассказывать, я не буду делать. Скриньте, пожалуйста, и посмотрите запись выступления. Что бы я добавила сейчас, когда я провожу сейчас планерки со своим, ой, минутку. Ваш прямой эфир, ребята, у меня не было записи не было. Ай, блин, представляете? Ай, прерван. Представляете, не сохранен прямой эфир у меня. Представляете, у меня нету прямого эфира. Сейчас, минутку. Не успела сохранить. Представляете, сбилась. Давайте вам предыдущий слайд поставлю, пока я сохраню. Поставлю еще раз. Угу. Так, надеюсь, вы соскринили. Когда сейчас ко мне приходит партнер, я его сразу провожу через планерку. Через планерку она идет 30 минут, и мы сейчас ее проведем. И плюс еще дополнительно я вам расскажу про марафоны, которые помогают очень сильно поднять продуктивность. Ну, во-первых, чего я говорю, что как в спорте, так и везде, мы начинаем с того, что у нас должен быть заряд энергии. И очень много говорят, что вот, а что тебя мотивирует, что тебя вдохновляет, ну вот как вот повысить мотивацию? Ребята, вы должны сами себя постоянно мотивировать, и поэтому мои рекомендации, это читайте книгу с утра, это 5-15 минут, причем читайте до того момента, когда у вас возникла идея. Я человек-генератор, у меня просто идея взлетает, я начинаю читать, все, идея пошла, у меня чувствую заряд бешеный, все, идея, все, я знаю, что мне нужно делать, с какой силой, и я делаю этот. Либо один вебинар в день вы смотрите по того качеству, что вам нужно прокачать, либо одно видео, помогающее вашему развитию, вашему хобби. Давайте предположим, что ваше хобби – это приготовление еды. Ну, предположим, да? Каждый день смотрите какие-то новые рецепты, совершенствуйтесь и обучайте. Передавайте свой опыт, знания. Развивая контент, развивая страничку, дополняя ему вашим хобби, в чем-то вы сильны, вы будете прокачивать свой бренд через правильное питание. Я не знаю, вот напишите, у кого какое хобби дополнительно, кроме того, чем занимаюсь. Мое хобби, это, например, макияж, и я каждый день смотрю 2-3 видеоролика топовых визажистов мира, и я качаю этот навык. Ну, это, например, к тому, что и я это про это проговариваю. Второе, я говорю, если вы лидер, считаете себя ключевым партнером, то у вас должно быть обязательно выполнение, ну, хотя бы 5 заданий, 5 дней из 7 в неделю. Ну, вы можете очень быть заняты, очень-очень. Ну, ладно, 4 задания из 7 вы должны выполнять из чата «Я буду расти». Скажите, кто присутствует в этом чате? Смотрите, 26 тысяч человек. А в 9-10 утра выдается задание, и сразу запланируйте 1 час на выполнение. Это лидерство, это прокачка вашего лидерства. Вот у меня около 7 уже подарков я забрала. То есть я просто выполняю задание, потому что все равно то, что дается в чате «Я буду расти», это прокачка вас. И мало того, что мы сейчас практически ушли от вебинаров, потому что их мало кто смотрит, мало собирать, какое-то время нужно подо всех подобрать, но выполнение заданий чата «Я буду расти», все партнеры, когда они выполняют то же задание, вот они прокачивают и создают свою систему обучения, потому что там есть и рекрутинг, и сопровождение, и работа с продуктом, прокачать харизму, рассказать свою историю. Сегодня, например, как раз-таки расскажите за 1 минуту свою историю. Это очень важное задание. Да? Когда у вас будет копилка, уже создано готовое видео, когда вы за 1 минуту рассказываете о себе. И это вам тоже пригодится, когда вы будете и рекрутировать, и знакомиться с новичками вашей команды. Да? Поэтому выполняйте. Если вы не выполняете, то вы
будете малоэффективны. Вот видите, вот эти все мои подарки, это не все, это подарки, которые я получила. Там полностью все тени, свочи я показывала, ручку Сваровски, ожерелье. У меня три, на 150, на 100 баллов мне сказали выбрать подарок. Я выбрала Норскин, не могу как в офисе забрать, это экологен. И еще что-то было, я уже забыла. Вот, следующее. Важно. График активности. Сделайте скрин. Я не буду перечислять, какие фишки нужно распределить в течение недели. Вот. А это можно сделать как в таблице онлайн, и чтобы ваш партнер, ваш менеджер, директор видел, что вы запланировали свой график. Так, например, у меня есть синхронизация компьютер-тире мой телефон, где у меня запланировано, да, неделька расписана, что где как я стратегически. Причем, если вы один раз сядете, хорошо распланируете, то в принципе каждый каталог у вас будет повторяться стратегическое планирование, что вы на какой неделе делать, записывайте видео, проводите планирование, обзвоны, рекрутирование, все это в системе должно быть. Но изучите вебинары по планированию. Что хочу сказать, что старайтесь, если вы считаете себя партнером, то вы должны первое. Смотрите, еще, нет, сейчас я вам скажу так. Вы можете дать быть менеджером, но вести себя как консультант. Что это такое? То есть вам дается задание, вы типа сделали, но никому об этом не рассказали. Но вы можете себя вести как менеджер, когда вы сделали и тут же выдали это команде. Тогда вы уже начинаете обучать вашу команду. Вот с позиции этого, с этой точки понимаете, что если вы пишете отчет, там для себя что-то одно, но если вы это дали команде, рассказали свой опыт, тогда вы менеджер. Вы обучаете уже других и обучаете их обучать. Вот это самое важное. Далее. Так, это я вам рассказывала по поводу того, как я рекрутирую. Я рекрутирую либо через продукт, и потом, когда уже человек в системе, я ему рассказываю о бизнесе. И если я чувствую, что с ним можно хорошо пообщаться на бизнес, с помощью выявления потребностей, я говорю, это крутой бизнес, и потом рассказываю. Смотри, а заказ можем активировать вот это, вот это, вот это, вот это тебе подойдет. Понятно, да? Вот, но самое главное важное, это не просто количество людей, а что мы с этими людьми будем делать. И наша задача, чтобы средний заказ по структуре был как можно больше высокий. И помните, что такое правило, что 95% людей это будет просто потребители. Их надо тусить, с ними нужно общаться, нужна система обучения. И для себя я выявила такую формулу, что влюбленный клиент, который зарегистрированный у вас и находится в компании Oriflame, может за 15 лет, это сколько я в компании, принести вам 160 тысяч рублей. Вот у меня есть очень много клиентов, которые уже 15 лет со мной. Вы можете бегать, искать новых, рекрутировать, одна регистрация в день, одна регистрация в день, одна регистрация в день, а вы можете хорошо поработать с вашим новичком, клиентам, рассказать, подсказать. У него будет буквально 3-4 подружки, которые будут размещать заказы на один номер, но тем не менее вы получите результат. Извините, что за продукт, какой-то термин или опечатка? Давайте вы мне в директ напишите этот вопрос, потому что здесь у меня идут вопросы и не успею ответить. Так, что у нас идет дальше? По поводу видеообзора. Тоже посмотрите запись прошлого эфира. Я подробно рассказываю, зачем я стала делать видеообзоры. Но коротко скажу, что один записанный видеоролик потом мне экономит очень много времени, потому что его будут смотреть тысячи людей не один год. И, соответственно, это поможет вашим новичкам делать и заказы, и собирать заказы, как сам, так и будет. И знакомство с активацией. У меня нет проблем активации, когда новички приходят, а что же они будут заказывать? Как вообще сделать так, чтобы человек сделал заказ? Потому что я сама рассказала, человек посмотрел мой видеообзор, и он знает, что ему нужно заказать. На 1000 рублей он всегда закажет с моего видеообзора. Но у меня не всегда получалось это, не сразу. Это нарабатывается годами.
Фишка, что сейчас я делаю? Я поняла, что самое крутое, что сейчас работает, это работают марафоны. Неважно. Вот самое главное, и какой марафон запустить. Вот что вас больше всего сейчас тревожит, на ту тему делать марафон. Если вы хотите вам, вот я говорю, что вы хорошо готовите или что-то ппшное, да, рецепты, изучайте сейчас, но вы не профессионал в этом, но вы хотите разобраться в теме ппшных всяких вот, ну, группы ПП-питания, да, то вы включайте марафон правильного питания, стартуйте, эй, кто со мной, каждый день новый рецепт и делайте рецепты. Там в течение 10 дней, 10 дней марафон, бац. А еще у меня, например, была проблема, это я похудела с wellness, очень круто, но живот из-за того, что вот сидячий образ жизни, постоянно за компьютером, у меня был живот после кесарева, вообще фу, ужасно, да, и я сделала такой крутой проект, как планка плюс wellness равно результат. Это было в 2016 году, я вам хочу показать результаты. Кто еще не знаком с планкой, посмотрите, что это такое. Я вам расскажу просто про результаты. Результаты были очень крутые. Сначала я посмотрела, дает такой марафон, я увидела, насколько уходят животы у женщин, насколько на спине уходят эти ушки. Я поняла, что это мое. Я подключила свою команду, я нашла приложение, по которому я буду это делать. Я просто настолько загорелась, и я начала просто делать, и у нас были офигенные результаты. То есть только мы ничего не делали, то есть 3-5 минут планочка, продукты питания и очень-очень-очень крутые результаты, нереально крутые. Я всем показала результаты, мой результат за 40 дней минус 3,5 килограмма, насчет того, что я и так стройняшка, в талии минус 8 сантиметров, живот ушел на 5 сантиметров, бедра на 3, но не это важно, ребят, знаете, что самое классное, когда мы это прокачали, я говорю, ребята, да вы что, вы смотрите, у нас так товарооборот вообще резко вырос, а вот этот марафон, я вам показываю, будет актуален когда? В январе, когда все наедятся салатиков, у кого животики, и вот примерно вот марафоны. Вот марафон круто зайдет, и вот смотрите, если вы первой неделе, вы стартуете, один человек, сами попробуйте, у вас будет результат, вы почувствуете. На второй-третьей неделе вы приглашаете 5 человек на планку, вместе с ними прокачиваете, да, ну плюс wellness. Второй каталог вы помогаете пригласить по 5, также на планку, это 25, третий каталог 125 и так далее. Ну это просто, например, вы просто показываете на одном продукте, как можно построить бизнес, систему и так далее, да, что вы можете, какой на доход, какой вы можете выйти и так далее. Это обычная презентация, только через планку, через продукт wellness. Но знаете, что мы получили, какие мы результаты получили за один каталог? Я вам сейчас покажу, офигеете, ой, простите, удивитесь. Так, опс, нет. Так, верну слайд. Ой, слайд не хочет возвращаться. 42, 43. Вот, посмотрите, за один каталог мы процент wellness увеличили в 2 раза. То есть, смотрите, да, результат какой. То есть, например, Ахмирова Анна, было 30, стало 30, было 15. Мажитова Юлечка, это партнеры, менеджерские команды, было 15, стало 29. Просто у всех вырос сразу показатель. Причем я не уговаривала кого-то покупать wellness. Я говорила, что я делаю планку каждый день ежедневно, и каждый день я пользуюсь одним продуктом wellness. Все. И за свой результат, девочки, у меня уходит жир, у меня там талия, все, все побежали, команда побежала на планку, и мы сделали такие обалденные результаты. Это круто, то есть вот этот один из примеров марафона. Второй, маска-марафон, кто знает такой? Вот это мой термин, который я придумала, маска-марафон, у вас это было тоже январь прошлого года, да, пришли масочки на вэч, я говорю, ну а что, давайте сделаем 7 дней, я услышала какой-то корейские фишки, что вот они делают 7 дней, 7 масок, да, вот это у них такой-то марафон, и я придумала вот этот хэштег, еще в интернете этого хэштега не было в Инстаграме, я первый его запустил, этот хэштег маска-марафон. Смотрите, 1229, кто игрался 7 дней, каждый день новая маска? Сколько раз планку делаете? Один раз в день по минуте делайте, будет вам счастье. Хотя бы, а потом усилите. Так,
Следующее. Очень круто, наподобие, вот я придумала тоже как и пустила в тот же момент, Басюк рекомендует, это бьюти-бокс. Когда вы сами, если хотите повысить заказ, это придумываете заказ на 50 бонус-баллов, рассказываете и говорите, вот этот набор стоит вообще копейки, что в него входит. Это очень круто, ребята заходят, вы сами можете придумать. Также, что помогает, это вот мои видеообзорчики, которые я делаю, и очень круто запускается и для клиентов. Какой крутой марафон был Тюнингс Гоар? Ребята, тоже я узнала о нем не сразу, не в первый день. И опять же таки, то, что вы стартуете не первый, это не означает, что до финиша вы не дойдете первым. Не важно, что я не получила какие-то там подарки с Гоар и так далее. Да, я узнала от своего партнера в команде, что есть такой крутой марафон. Но, ребята, вот этот вот марафон, когда вы любое дело начатое доводите до конца и получаете результат, это делает плюс вам. Пройдя вот этот вот марафон, я просто реально, я даже не думала, но я обалдела. Я обалдела. Посмотрите статистику. За неделю плюс 1 миллион просмотров в сторис. Я это делала для себя. Для себя я сама красилась, сама изучала и показывала продукт Oriflame. Но я даже не знала, что будет 1,5 миллиона просмотров сторис и увеличилась на 1 миллион. Представляете? И пошли люди, пошли регистрации, пошли новые партнеры. Да я не думала, понимаете, я не ставила целью, я не пристаю к людям, не пишу, я не спамлю. Я просто показываю результат. Я показываю свое преображение, и ко мне приходят уже люди, готовые в команду. Вот это мой метод рекрутирования через собственный результат, через собственное преображение. Следующий этап у меня был какой? Научись сам, передай свой опыт. Закрепи свой опыт. Никогда. Еще, чтобы добиться успеха, нужно полученные знания, книжку прочитали, хорошо, но если вы пересказали книжку, сделали, выполнили действия, вот тогда у вас будет результат. Следующий мой этап – это передать свой опыт. Я запустила тюнинг с Oriflame, назвала полностью продукцией, и у нас уже появились последователи. И мне очень нравится, что в этом проекте было 530 работ. Представляете, как это классно? И девчонки писали, что они офигели от результата, который у них получился, что они никогда не делали, не так не красились, не, вот, то есть преображение было налицо, заметили их знакомые, родные, близкие, что они вот вообще другие стали, они раскрылись по-другому, и это очень, сейчас переверну, и это очень классно, это очень круто, это вот реально вдохновляет, когда ты видишь на результаты вот этих вот красоток, их преображение, это реально очень круто. Следующий марафон, который можно сделать и который запустил мой партнер, я же говорю, в команде у вас будут очень всегда уникальные люди. Вот у нас запустился марафон Novage, да, тоже запустила его Наташа Мастюгина. Она его сейчас разрабатывает. Я реально не успеваю включаться в этот марафон, но надеюсь, что я его сама тоже еще пройду, доработаю, что-нибудь обмозгу, и уже будет такой вот вкусный марафон, который мы запустим с командой, потому что у нас столько уходовых средств, и реально крема и эффективность где-то 40% максимум. Но когда это все вместе, очищение, тонизирование, масочки, последовательность, масочка ночная на вэдж, где-то капсулки, где-то черная масочка, чтобы, если вот разработать вот этот вот комплекс, когда вы это делаете, вы можете побежать, конечно, сделать инъекции быстренько, а вы можете так вкусно, так классно сделать преображение своего лица, когда масочка, за системой очищения там и так далее. Ой, у меня столько идей. Вот. В общем, можно это сделать с нашей косметикой. И вы сэкономите, получите круче эффект и пролонгированное действие. Потому что если вам сделать укольчики, вам это хватит буквально на несколько недель, на несколько месяцев. А если вы сделаете это с продукцией, это будет эффект. Дальше. Какой сейчас можно запустить марафон и что круто работает? Несколько лет назад, под Новый год, я создала марафон. Он называется 5 на 10. Смысл в чем? В проекте 10 дней подряд. Вы раздаете всего по 5 каталогов. Вы не покупаете пачками. Нет, ну элементарно, понимаете, вот чтобы добиться результата, нужно делать каждый день маленькие действия. Каждый день маленькие действия, но в системе.
Все. И мы что сделали? Вот у нас один из участников, фотографии не меняла, Вероника, да? То есть она работает бухгалтером. Для того, чтобы ей заработать 1000 рублей на основной работе, нужно бухгалтера, финансиста, ей нужно работать 11,5 часов. Так вот, первый ее сезон, ну, первый каталог, когда она зашла в проект, она 1000 рублей заработала за 33 минуты. А на второй каталог она также раздавала каталоги, также 10 дней, и у нее вышло 1000 рублей заработать всего лишь 15 минут. Но это вот мы как переиграли, как финансист, я все это переиграла, и вот девчонки, кто 2-3 каталога работают по этой методике, да, они потом не только 150 баллов учатся делать, они выходят в среднем на, ну, 800 тысяч баллов, они умеют делать личными заказами. То есть, какой вывод? То есть, это просто, ой, как мне сделать 150 баллов? Ну, опять же, такие говорят, ой, у меня нет времени. То есть, у тебя есть время идти на основную работу, чтобы заработать 1000 рублей за 11 часов, но у тебя нет времени найти 30 минут, чтобы заработать, там, час, чтобы заработать на продажах в Oriflame. То есть, давай не будем путать, нет времени, и просто мне страшно показать первый раз каталог, потому что все, кто начинает работать, раздавать каталоги, им страшно. Но раздача каталогов и работа как профессиональный консультант по красоте, это высокооплачиваемая работа в 10 раз круче, чем другие работы. То есть не бойтесь этого. Да, вы не можете 20 часов, 8-часовой рабочий день на каталогах отвести, но быстрый доход, быстрых клиентов. А потом Вероника говорит, ну я набрала клиентскую базу, и я просто своим клиентам рассылаю самые выгодные предложения. И в основном она говорит, Ира, я даже сейчас уже не хожу, я не раздаю каталоги. Не. Вот я разошлю им, уже знаю, кому что надо, и они бац, и дома я собираю. Потому что, говорит, мне некогда, у нее тоже трое деток, и она, ну, в маленьком поселке живет, там что-то вообще меньше 10 тысяч человек, да, и опять же таки, ой, там у кого-то там доходы маленькие и так далее, нет ничего подобного. Так вот, первый сезон у нас начался, вот я показала результат на себе, мы 10 человек было у нас. Второй сезон, второй, скажем так, мы уже на этот результат мы собрали команду 50 человек. Ребят, вот послушайте, первый раз показывайте пример сами, второй собирайте команду, а третий у вас будет последовательность. Смотрите, какой крутой результат. Команда 50 человек. За 10 дней команды мы собрали 13 824 балла. Это практически две директорские группы, ребята. 50 человек сделало две директорские группы, работая всего по 30 минут в день на раздаче каталогов. Вы вдумайтесь еще раз. 50 человек делают товарооборот двух директорских групп за 10 дней, раздавая всего по 5 каталогов 10 дней подряд. Это сезон продаж, вот он был, ну вот как раз-таки 16-17 каталог. Вот, причем не все, из 50 человек 41 продолжили делать отчеты, 9 человек слилось, ну это нормально, это сливается. Люди, да? Таким образом, и они не по 5 каталогов раздавали, не, потому что где-то зависли каталоги, они раздавали в среднем по 3,8 каталогов в день. В среднем у них на раздачу выходило 25 минут. И доход за 4 часа вместе, вот суммарно, они заработали больше 4000 рублей. И выхлоп у них, ну, короче, они на средний тариф вышли 1000 рублей в час. То есть и у всех в среднем, если посчитать также среднюю работу, кто-то там 80 рублей в час зарабатывал, кто-то 150 на основной работе, но в среднем так и вышло, что в среднем по основной профессии 100 рублей в час, на раздаче в каталоге 1000 рублей в час. Все, ребята, просто делать надо. И сейчас запускайте марафоны на продажи и посмотрите, как это круто работает. А дальше мы выработаем тему. А дальше я говорю, если ты хочешь быстро расти, участвуй в таком марафоне сам и поставь себе цель научиться, может, за один раз, может быть, за два каталога. И проходи этот марафон ровно столько, пока не научишься делать лично 350 баллов. Давайте подумаем, почему 350 баллов. Первое, 150 баллов раз, и второе,
У нас практически все акции идут. Пригласи двух квалифицированных новичков. Да, и будет тебе счастье, тебя компания засыпет подарками. Так вот, у тебя, когда ты будешь раздавать каталоги, у тебя будут обязательно клиенты. Гарантирую, где есть гарантия клиента, что он сделает заказ сразу на 100 бонус-баллов? Нет. То есть он делает заказ на свою 1000 рублей, как он и делал, да, вот как вот. А ты просто все оставшийся заказ скидываешь на его номер, и вы оба получаете подарки. То есть вы не делаете ни в коем случае хомячков. Нет, ни в коем случае. Я против этих хомячков, всяких там кошечек, собачек и так далее, кличек Ивановых переписанных. Нет. Вы находите своего клиента, вы обезопасываете. Короче, вашего клиента можно зарегистрировать. Моих клиентов очень многих регистрировали, которые вот ленивые клиенты, которые говорили, ни за что и никогда я не хочу оформлять, а потом бах, буквально каталог не показали, а он уже зарегистрирован. Поэтому вы зарегистрировали, вы оформили и сделали на его номер заказик и оставшиеся докидали. Все, у вас вы участвуете во всех подарках. Вы участвуете в менеджерской конференции, да, соответственно, у нас там два квалифицированных новичка должно быть. Премии все получаете. Понимаете, о чем я? Почему у вас должно быть всегда подушка безопасности 350 баллов? Вот прям все. Понятно, да? Вот, и поэтому посмотрите, а как можно выгодно строить быстро бизнес? 7500 на 350 это 21 человек. Это вы приглашаете 5 человек или 4 человека, или 5 человек. 5 человек, да, и 5 у 4 умножить будет 20. И каждый 5 человек приглашает еще по 4. Вы проводите через проект, через игру 5 на 10, например, да, придумываете свой марафон, раздавать все элементарно каталоги. Все. А дальше получается, сначала первый каталог это ты и команда 5 человек, второе это твоя задача это эти же 5 человек приглашают по одному человеку, итого у вас уже 11. Каталог, вот было у вас 10 человек, еще каждый приглашает по одному, и все, то есть и вы директор. То есть вот, пожалуйста, через такой, например, марафон вы можете протащить и сделать. Следующий момент, следующий блок – это сопровождение структуры. То есть понятно, да, мы проговорили про мотивацию утреннюю. Второе – это про планирование на каталог. Третье – это сопровождение дисконтных потребителей, работа с дисконтниками и рекрутинг на дисконт, потом выводим на бизнес. И когда у вас уже есть команда, вы обучили и продажам, и дальше нужно сопровождать, например, потребителей. Что мы делаем? Мы выписываем 4 списка людей. Не просто берем информационный листочек, а желательно, вот у меня есть. Сейчас я вам покажу, чтобы далеко не ходить. У меня есть вот такие вот папочки, где выписано по командам, у меня выписаны партнеры. А что я делаю? 4 списка. Первое – это активные. То есть у вас, например, команда, вот менеджер, там 100 человек у него в структуре, ну, условно говорим. Первый список – это кто разместил заказы. Твоя задача – общаться с этим человеком так, чтобы увеличить заказ на 10 баллов. Что заказал, как заказал, к тебе каталог пришел, а что планируешь заказать, а кому ты можешь показать, и все, у вас есть опыт раздачи каталогов, вы рассказываете какие-то фишки, истории, ваша задача, что если человек делал 80 баллов, чтобы он сделал в следующем каталоге 90, и у вас будет такая цель, да? Вы можете побежать рекрутировать, а можете пообщаться с партнером и увеличить заказ. Это первый список. И вот желательно вот прямо на листочке. Вот у вас тетрадочка, вот у вас план, у вас там вот команда, вот прям каждому человечку, вот как вы проработали, какой результат получили. Второй список. Это неактивные 2-3 каталога. Вот прям, когда он у вас выписан, список, не просто вот так, а вы каждого выписываете, вот вы видите, да, свою работу, да, и думаете об этом человеке. Вот у меня, кстати, на каждого еще человечка заведен листочек и все свои планерочки, что я говорю, туда прям помечаю, да, о чем мы говорили, как. Вот, что таким людям нужно скинуть каталог, акцию про наборы, видеообзор. И смотрите, как будет классно, когда вы видите, вы вычеркнули из списка этого человека неактивный и перевели его в список активный. А потом ваша задача будет работать, увеличить заказ на 10 баллов. Понятно? Дальше, следующий список, это неактивно 4 и более каталогов. Это работаем с акцией реактивации, либо что-нибудь, ну, понятно, да? И терминированные. Когда мы отработали эти два списка, мы переходим уже к ним. Это список на регистрацию. Но задача ключевого партнера – это 1 час работы по сопровождению структуры. Я ставлю цель 10 контактов. Кто это будут? Как я распределяю? То есть я делаю 2-3 звонка.
Это несложно, да? А 2, 3, 4 голосовых сообщений. То есть человек не взял трубку, сразу в WhatsApp я надиктовываю, я что от него хотела, какие у меня есть предложения, какие фишки, идеи. И еще раз ссылку. Вот вчера даже я понимаете, вот кто говорит, нет времени, это неправда. Вот сидя, ожидая ребенка, я общалась с мамочками, говорю, ой, мне там срочная работа, вот я сижу на лавочке, вот мы общаемся, сболтаем, и за 30 минут я сделала 45 людям, я написала сообщение в WhatsApp лично каждому, кто не размещал заказы, да, 45 человек, то есть я записала свою статистику, то есть за час у меня может быть рассылка 70 человек, то есть каждому написала в личку, у меня есть свой шаблон, там видеообзор каталога, естественно, который я уже подготовила, да, плюс акция реактивация, да, то есть вот такой вот момент, то есть когда вы поставите себе вот, ну, маленькую, да, цель, еще обычно я делаю вот у меня с 5 до 6 вот такое вот время, когда в это время я звонки делаю плюс рассылаю. Очень часто вот делаете вот такой момент, что вы на кружке с ребенком каким-то и в это время делаете рассылочку. Очень, знаете, вот трата времени, ну как бы время уходит не впустую. Вот, так, ну мы к завершению подходим. И обязательно, когда вы с этими людьми всеми общайтесь, создайте командный файл, чтобы в него, вот сейчас я вам показываю, чтобы были видны сразу несколько каталогов, сколько личных баллов, чтобы сколько групповых было, да, чтобы видно было сразу, да, на что можно. Вот там же будет видно, сколько там было 150 баллов, а сейчас 107 баллов, а видно, что человек может сделать 150 баллов, да, он каждый каталог делал какой-то, либо каждый каталог он делал по 200 баллов, а сейчас 350, есть повод похвалить. Или вы видите, что делал 20 баллов, а сейчас бабахнул 100 или наоборот не разместил заказы. Кроме того, там у меня есть по да, столбик, и каждый партнер выписывает свой комментарий, когда он общался, примерно суть, либо это рассылка была, либо еще что-то, либо звонок был. То есть вот есть, это очень-очень эффективно, когда вы команды ведете общие. Так же, как и показывая пример своим партнерам, у меня вот переходим, да, сейчас я веду онлайн-дневник. Он называется «Дневник Басюк Ирина». Сейчас я вам покажу. Иду к исполнительному директору. Да? Я уже открывала 12 директорских групп, свалилась. Сейчас опять все равно иду свой путь, делаю. И что я делаю? Например, я делаю голосовые звонки по команде, вот они есть. И после, и коротко. И вот короткого там, то-то, то-то, неактивно, 4 каталога. Не понравилось что-то такое, или что-нибудь там эссенза понравилось. Неважно, коротко напишу. Одновременно я это короткое сообщение я копирую в командный файл, да, то есть что я сделала звонок, мой партнер знает, что есть за голосовое сообщение, что она всегда может его послушать, и копию голосового сообщения я могу отправить трем партнерам, четырем партнерам по ветке выше, то есть одному, второму, третьему, пятому менеджеру, либо просто копирую, либо создаю какой-то общий чат и просто скидываю, чтобы они учились. А также вот, например, я кинула в общий чат. В чат я буду расти, за что выиграла какой-то подарок очередной. А, эссензу выиграла. Я просто ту работу, которую я делала, я переслала. Вот, и я сразу вижу, что посмотрела 539 человек, да, мой опыт. Вот, также не каждый день пропускаю, но я пишу, что конкретно я делаю, причем поминутно. Я заметила такую фишку. Вот писать отчет, что ты делал в течение дня, очень сложно. Но если ты берешь 2 часа сделал и записал, что ты сделал. То есть, вот я, например, первое, я подготовилась к вебинару, я сделала прямой эфир в сторис и покидала там, что я там крашусь, а третье, провела прямой эфир. Все, я записала, как я там 2 часа сделала, ну, провела. Дальше. Следующий час я беру, например, на рекрутинг. То есть, сколько я отправила сообщений, отправила там столько-то сообщений, столько-то голосовых или столько-то получилось диалогов. Я тут же написала. Следующий там, например, час, это там полтора, это, например, работа с командой по сопровождению. Что я сделала? Я провела 3 планерки, я отправила, например, 40 сообщений по структуре, да, какие-то там уже какое-то. И все. То есть каждый раз, если вы вечером сядете, и вам нужно писать отчет.
Я не помню, что я делала 2 часа назад. Ну вот реально, я потому что столько много действий делала. Но когда я вот так вот выписываю по блокам, по блокам, по блокам, у меня все прекрасно получается. Вот, ну и вот один из дней. То есть, когда вот я чувствую, я зарядилась, у меня какая-то прет мотивация, то есть у меня рабочий день 10 часов сразу идет. А бывает, я не, но обязательно нужно отдыхать. То есть, когда вы чувствуете, что какой-то период, что вот выдыхание, выдыхание, сделайте себе несколько дней вот перерыв. То есть, я, например, люблю вечером просто сажусь вечером в 9 часов вечера, сажусь, включая какой-то первый попавшийся сериал и смотрю его, его, его. Все, сериал закончился, я выдохла, отдохнула, и опять у меня пошел рабочий день 10 часов. Все, у меня какой-то новый проект, какие-то новые идеи, какой-то креатив, какой-то что-то, да. Там, либо мы с семьей несколько дней отдыхаем куда-то туда, сходили на фильм, там, к друзьям, к знакомым, к родственникам. То есть, вот, ну, вот так все идет. Потом опять бах, бахнули. Помните, что все еще зависит будет от количества часов. Ну и заканчивая свой вебинар заканчиваю фразой, которая мне очень нравится. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют. И мечтайте, пока остальные только желают. И я вам желаю успехов. Развивайтесь. Вот, да. Вопросики пошли, да? Хорошо, я заканчиваю официальную часть и отвечу буквально там 10-15 минут на вопросики ваши. В какой программе я делаю отчет? Отчет я делаю в программе Telegram. Я создала канал, сама с собой назвала этот канал, сделала его приватным, открыла доступ моим директорам, только двум директорам, кто тоже пишут такой отчет, поэтому я читаю их отчет, они читают мой отчет. Только два человека идет доступ, кто такой же отчет пишет, и вот у нас открыто. Вот. Кроме того, очень дома удобно, оттуда вы создаете какую-то работу и перекидываете по чатам, у вас копилка собранная. У меня этот конкретный канал у меня с января месяца прошлого года. Вот, то есть я листаю, перечеркну там и статистика, и анализ, какие-то выводы, какие-то вот могу сама с собой там поговорить, поэтому доступ там закрыт. Запись вебинара должна быть. Так, если в прямой эфир задавайте вопросы, и давайте я посмотрю, если у вас вопросики, кто был на вебинаре. Какой шаблон лучше? Ребята, у меня вообще нет шаблонов вообще. Почему? Потому что мне главное. А, нет, у меня есть, знаете, шаблон, который в Инстаграме, во всех соцсетях. Здравствуйте, благодарю за внимание к моей страничке или благодарю за подписку к моей страничке. Скажите, а вы тоже в Oriflame, коллега? Вот, это у меня шаблон, который 99% на меня подписываются, это консультанты компании Oriflame. Когда я узнаю, что нет, тогда, соответственно, я иду на страничку, общаюсь, выявляю ценности, потребности. Ну, этот шаблон у меня есть, вот как бы такой. А так еще раз говорю, что самый классный метод рекрутирования, это когда вы общаетесь на утепляшке с человеком, со знакомой, родственницей, с подружкой, идете на фотографии, лайкаете, общаетесь, задаете вопросы, созваниваетесь, и только после этого предлагаете бизнес либо дисконт. Вот. А повторите, пожалуйста, учитесь, пока остальные. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют, и мечтайте, пока остальные только желают. Это на слайде у меня есть. Вот. Так, спасибо, Ирина. Если я на 6%, то мне нужно работать по 10 часов. У меня одна дочка, 1,4 года, получается часа 4 в день. Тоже ночью работаю. И я вам не говорю, сколько вам нужно часов работать. Каждый принимает решение сам. Если вы вдохновлены чем-то, то вы фигачите, и у вас, что, 10 часов уже прошло? Вот примерно так. А если у вас есть приоритеты другие, то у вас получится 4 часа. Вот, ну вот это мой такой, да? Мои такие выводы, и нету четкого. Просто чем больше вы работаете, чем больше бьете в одну точку, тем эффективнее у вас результат. По поводу методов рекрутирования то же самое. Нету идеального метода рекрутирования, нету идеального шаблона. Вы берете
любой метод рекрутирования, который вы вот хотите, вот смотрите, маска-марафон, я бабахаю на маска-марафоне, у меня оттуда идут регистрации. Я бабахаю, делаю марафон по планке, у меня идут оттуда регистрации. Я бабахаю марафон, сейчас, если я сделаю на выше, я знаю, пойдут регистрации. Вот, я начала, смотрите, еще раз, начала с марафона по макияжу, все проговорила, а потом всем говорю, что, ребята, ну вот, макияж макияжем, это классно, но вот если не уход за лицом, то, ну, извините, как бы не очень, да, все это будет. Кроме того, например, вот мои последние регистрации, я хожу в фитнес-клуб, у меня фитнес-тренер мой, мы сходили с ней на чемпионат по, я посмотрела Соломон, короче, по фитнесу, ну, короче, по реображению, короче, ну, вот поэтому, да, я в этом не разбираюсь, но мне было интересно быть. Там еще была одна девочка, которая тоже готовится к чемпионату к этому, плюс Юля сама чемпионка в какого-то региона, ну, то есть я в этом ничего не разбираюсь, но это считается вообще круто, очень круто, то есть она сама тренер, плюс готовит на чемпионат, плюс все. И они, зная, сколько мне лет, они говорят, ты что, вообще ничего не колола? Я говорю, нет. Я говорю, полтора года один раз попробовала, хватило на там 2-3 месяца и все. И вот, зная все, в общем, я даже... Получилось так, что на следующий, короче, мы пообщались, встретились с этой девочкой, просто поболтали. Такая девчонка классная, ну как, девочке 36 лет, у нее трое детей, вот, она мне рассказала, как она фигачила, сколько видов бизнеса перепробовала, там, работать направление, сейчас чем развиваться. Мы просто общались, просто как подружки общались. А потом что-то в конце я написала, ой, там что-то, или голосовой отправила, бац, и она такая, давай зарегистрируюсь в Oriflame. Да, как-то вот, ну ладно, раз, и говорю, ну вот есть такой-то вариант, такой-то, говорит, мне нужно готовиться к чемпионату, мне нужен уход за лицом, какой? За 5 минут она уже, ну, скажем так, я рассказала, что мне нравится серия Novage, нужно вот такой, все, да. И плюс она говорит, так, мне нужен еще wellness тебе, то есть она wellness пэка, все, за 5 минут был заказ на 200 баллов. А вторая девочка тоже посмотрела мой прямой эфир в Инстаграме, или где-то как написала на регистрацию, я ей то же самое на вот этой же волне рассказала про wellness, мой заказы посмотрела, она заказала набор на Veg, Aqua Glow и еще что-то тоже, вот две регистрации в последние минуты и закрытие каталога мне две девочки написали, хотят beauty box, все, 4 регистрации сразу было. А то пусто вообще ничего нет, то густо пошли по регистрации. То есть, ну вот как бы так, да, и это получается, здесь нету никаких шаблонов. Я каждый день рассказываю, и то, как я выгляжу, люди со стороны видят, они видят, как я меняюсь, и это самая классная реклама. Так, записи марафонов, вот смотрите, да, есть, вон в ленте полистайте. Так. Есть ли готовые шаблоны для новичков рекрутирования? Где можно посмотреть? Готовых шаблонов? Ну, как вам сказать? Готовые шаблоны есть. У меня на сайте есть копилка листов. Если по рекрутированию шаблонов, то листов 70, наверное, шаблонов. Кто их смотрит? Нет, шаблоны не работают. Шаблоны спамят. Вот, есть. У меня порядка 500 листов. Есть ответы на возражения тоже на сайте. По-разному. Вы думаете, это все читают, смотрят? Да нет, мы годами, десятилетиями собирали копилками, со всех сайтов я собирала, годами собирала коллекцию вопросов, коллекцию шаблонов, коллекцию диалогов. Все есть, но понимаете, вот самое главное, что ни шаблоны, ни диалоги, это работать не будет, пока вы не начнете действовать. Когда вы начнете действовать и действовать, например, у меня есть минимальная моя норма, это 100 контактов. Что такое 100 контактов? Это 20 сообщений во все соцсети. Это первое сообщение, либо это, о, вы тоже в Oriflame, либо поздравляю с днем рождения, или я смотрю, вы были на моей страничке, вы тоже консультант, клиент компании, ну, короче, вот такие вот, да, либо утепляшки, мне выявление, первое сообщение мне нужно профильтровать, то есть я вот как раз делал 20, и из них у меня сразу идут диалоги. Следующее, я считаю, что действие это... Один диалог, это 10 вы спам-сообщений отправляете. Один качественный диалог, это как 10 спамов.
каких-то рассылок. А что это такое? То есть я поздравляю с днем рождения, узнаю, что, как, где, там, историю какую-то поболтать мы можем, либо я обсуждаю какой-то рецептик, либо я комментирую, и мы общаемся по поводу чего-то, либо дочки, неважно, идет утепляшка, неважно какая. То есть я считаю, что, ну, идет вот таких 4 диалога. Плюс кому-то какой-то диалог зацепился, проговорили, поболтали, поболтали, и бах, на основе выявленных потребностей, или там мы с бывшей одноклассницей общались, или бывшей подругой, или коллегой, я все выяснила, что как, а потом голосовой, ты знаешь, вот что-то как-то я подумала, там на следующий день, через день, вот я тебя приглашаю в свою команду, вот, и вот как-то так. А по поводу новичков вы должны говорить, почему я, почему Арифлейм, и почему ты. То есть, почему я? Ты знаешь, вот ты же знаешь, что вот я была в той-то компании, или той-то компании, или ты знаешь, что как бы. Ну, то есть рассказывайте правду, да? Очень часто вот ко мне сейчас приходят новые партнеры, они из других сетевых компаний, да, приходят, наоборот, возвращаются все в Арифлейм, там, из той-то компании. Ты же знаешь, что вот я была и в этой компании, вот. Ну вот, все изучив обратно, я вернулся в Арифлейм. Почему? Потому что вот там лучше продукция, вот это, рассказывать историю, да, вот, и я сейчас там, например, строю новую ветку, поэтому приглашаю тебя к себе в команду, вот, или давай начни хотя бы с дисконта, попробуй, вот я люблю вот это, вот это, вот это, ну попробуй, такая классная акция и так далее, вот ваша презентация получилась, да, вот это, пожалуйста, для новичков, или ты знаешь, опять же таки, ты же знаешь, вот я раньше пользовалась продукцией, мне она очень нравилась, а я решила подписаться для себя, это класс, ты знаешь, здесь столько подарков, давай. Давай, давай, вот сейчас смотри, такой подарок прикольный, вот это, ты все равно к Новому году покупаешь, давай ты будешь на свой номер брать. Вот вам готовая презентация для новичка, все. А дальше говорите, вот смотри, ты уже в команде, а под тобой мы регистрируем людей, или а ты знаешь, что здесь можно деньги зарабатывать, и потрать час своего времени, сходи на вебинар, либо посмотри презентацию, да, и потихоньку вы прокачиваете человека на бизнес, вот и все. Очень легко, должно быть все очень легко, очень просто. Вот. Так, если нет каких-то вопросиков, все, я завершаю прямой эфир. Завершаю. Как возвращаться к тем, кто отказал? Правило 5 касаний. Обязательно человека, кто отказал, записывайте в табличку, но вам нравится хороший диалог. Через какой-то промежуток времени ему пишите с разным предлогом. Подарок, поздравить с днем рождения, опять вернуться и так далее, у вас есть какая-то новость, да, что угодно, у вас там, помнишь, я тебе предлагала месяц назад, так вот, вот в этой команде сейчас столько-то человек, очень люблю обращаться к людям через год, а, я смотрю, там я тебя приглашала год назад, вот помнишь, вот я как раз скачала ту команду, а сейчас это директорская команда, там 500 человек, а это был бы твой бизнес уже, может быть, давай сейчас вернемся, ну, по-разному бывает. Все, я всех обнимаю, целую, до встречи и очень-очень вас прошу, очень вас прошу, я разместила в Инстаграме пост. Пожалуйста, напишите вам, какая информация была самой полезной и самой важной, потому что у нас будут другие вебинары, чтобы я понимала, какую тему лучше раскрыть, потому что я могу вам рассказывать про свой опыт бесконечно. Какая тема вам круче зашла, чтобы я либо ее раскрыла, либо, например, такой же прямой эфир провела в Инстаграме, но раскрыв какую-то тему более детально. Вот, для меня очень важны отзывы, и кроме того, сами понимаете, шкурный вопрос – это прокачка Инстаграма. Вот, если, конечно, вам жалко написать отзыв, благо того, что мой Инстаграм немножко прокачается на один комментарий, ну что ж, я пойму. Вот. Вот, спасибо вам большое, что были на вебинаре, все, обнимаем, успехов!